Я курил Гарри. Мне было 13 лет. И мы пошли с моей сестрой в молл покупать джинсы или что-то такое. И у меня было, короче, раньше же были телефоны с аккумулятором. И у меня были там плюхи Гаррика налеплены прямо на аккумуляторе в телефоне. И мы заходим, я что-то меряю джинсы и такой, да, вот эти вроде нормальные. И бам, у меня падает телефон, телефон разбивается. И в Заре просто весь пол в плюхах от Гарика. Сестра стоит вот так вот смотрит, консультант стоит вот так вот смотрит. Они такие переглядываются, консультант такой молча уходит, сестра говорит, ну тебе пизда, короче.